Чи є вигода для держави від таких високих зарплат і премій, та наскільки їх можна знизити? Давайте обговоримо це з нашим гостем Олегом Устенком, відомим економістом та президентом Гарвардського клубу України. Пане Олеже, як завжди, радий вас бачити. Дякую, що завітали. Ваш прогноз. Погодиться нинішнє керівництво «Нафтогазу» на працювати в умовах значно нижчої оплати, ніж це було попередньо, ну, як вимагають у Кабміні, власне. І чи буде таке зниження справедливим? Ну, для них точно ні, а взагалі. Я би ось що сказав. Я би сказав, що будь-яка заробітна плата, вона завжди базується на так називаємій альтернативній стоїмості. Якщо ти заробляєш здесь 2 мільйони, а в другому місці тебе пропонують 5 мільйонів, то ти втрачаєш 3 мільйони. Ну, у мене великі сумніви состоять в тому, що глава «Нафтогаза» или весь топ-менеджмент «Нафтогаза», равно как и многих государственных компаний, в реальности стоит тех денег, которые им платят. У меня есть сомнения, уйди они в частный сектор или на другие предприятия, даже зарубежные предприятия, смогут ли они зарабатывать точно такие же деньги. Поэтому их opportunity cost, вот эта альтернативная стоимость, сейчас она в минусовой зоне находится. То, что они получают сейчас, это уже премиальные деньги по сравнению с тем, сколько бы им платил рынок. Это первое. Второе, все-таки не забывайте, что мы говорим про... Тобто можно резать смело, не боячись, что втратим такие ценные кадры. Я думаю, что рынок большой, и, в общем-то, по большому счету говоря, можно искать и другие. Так, по-друге, я перебив вас. Второй момент, в общем-то, стоит не забывать, что когда у тебя есть достаточно высокая заработная плата, скажем, если речь идет более чем 100 тысяч долларов в годовом измерении в год, то, скорее всего, 110-120 ты не чувствуешь отличия. Но когда у тебя есть зарплата миллион долларов в год, то каждый последующий миллион, он, конечно, тебе привлекателен, и, скорее всего, ты бы его хотел получить, но он, опять-таки, не делает разницу в уровне твоей жизни. Потом тоже не забывайте, что, в общем-то, речь же идет все-таки про государственные компании, где владельцем является не отдельно господин Коболев или отдельно наблюдательный совет «Нафтогаза», равно как и других государственных компаний, «Укрпочта», например, если мы думаем, или «Укрспирт», если думать по поводу государственных компаний, где тоже достаточно высокие заработные платы, они чуть ниже, чем в «НАКе», но они тоже достаточно высоки. Ведь там же есть еще другие мотиваторы. Ты улучшаешь резко свое резюме, значит, впоследствии ты можешь уйти в частный сектор, имея более высокую заработную плату. А потом, по большому счету говоря, если вы посмотрите, вот есть такой клуб, называется клуб Лиги Плюща, топ-университеты Соединенных Штатов Америки. Вот я делал недавно такое исследование и посмотрел, что 0,5% выпускников вот топовых университетов, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки, получают суммы, вот соизмеримые с теми суммами, которые получают в НАК «Нафтогазе». А поверьте, что там люди работают. Ну, добре, а як взагалі визначити оптимальний розмір оплати праці для таких керівників державних установ? Opportunity cost, альтернативная стоимость. На інші країни дивитися. Например, ви можете смотреть другие страны. К слову сказать, если вы посмотрите скандинавские страны, аналогичные компании, которые работают в секторе газа и нефти, вы увидите, что их заработные платы просто в разы меньше. Любая заработная плата такого топа, она складывается из фиксированной суммы, плюс какие-то дополнительные компенсаторы, бонусы. Но, как правило, это не слишком уж так сильно отличается и так выбивается за грани разумного, если мы говорим об экономике той или иной страны. Ну вот, к примеру, там размер премии, который в «Нафтогазе» дали, это 1,2 миллиарда гривен, если в гривны переводить, вот по тому курсу, который был чуть ниже, чем сейчас курс. Ну и представьте себе, что это, например, соизмеримо с программами лечения детей Украины, всей Украины. И тут же заработная плата, это, конечно, важный экономический фактор. Я как экономист, я считаю, что это важно. Но есть и другие мотиваторы, и плюс все-таки не надо забывать о социальной справедливости. В нищей стране надо платить. Я переведу доступно, вы дипломатично не скажете, трохи заїлися, да? Давайте продолжимо розмовою нашу бесіду ще на одну тему, яку варто обговорити. Голова Нацбанку Яків Смолій заявив, що очікує в цьому році кілька траншів від МВФ, загалом більше ніж на 2,5 мільярда доларів. Амбіція зрозуміла, але чи реалістична? Звісно, завдяки кредитам від фонду резерви Нацбанку вже досягли 5-річного максимуму, це майже 21 мільярд доларів, але і повертати треба значну суму. Тільки у найближчі 2 роки Україні доведеться виплатити майже 12 мільярдів доларів зовнішнього
боргу, плюс забезпечити фінансову стабільність усередині держави. І ми тут продовжимо розмову з Олегом Устенком, відомим економістом, президентом Гарвардського клубу України. Пане Олеже, от ви вірите взагалі, що Україна справді отримає оці два транші МВФ? Я бы вот что сказал. В этом году нам надо 9,1 миллиарда долларов иностранных денег в иностранной валюте для того, чтобы гасить наши затраты здесь внутри страны и выплачивать за пределы страны. Mm-hmm. То есть у нас есть часть долга, которую делали в Украине внутренней. Когда гривне не верили, то его делали в долларах Соединенных Штатов Америки. 9,1 миллиарда – это потребность выплаты на этот год. Есть еще дополнительная потребность, которая идет от частного сектора, есть еще потребность, которая идет от того, что у нас есть торговый дефицит. Все вместе около 12 миллиардов долларов. Поэтому, когда мы говорим 12 миллиардов долларов потребность на этот год, а МВФ, как вы правильно говорите, 2,6 миллиарда, очевидно, этих денег не хватает. Власть абсолютно очевидно мотивирована на то, чтобы, насколько это возможно, выгрести все, что можно и от Международного валютного фонда, и от европейских стран. Структур. И, в общем-то, может быть, это неплохо, если бы у нас проходили реформы. Но, с другой стороны, надо... Главное питание, чем мотивован в этой ситуации Международный валютный фонд? Я бы сказал вот что. Откровенно говоря, я не очень верю, что даже при такой колоссальной потребности, которая есть в валюте, что сотрудничество с фондом будет продолжено эффективно на протяжении этого года. И вот почему. Я не верю, что после первого транша, который мы, возможно, получим в этом году до мая этого года или в мае этого года, после этого будет продолжение этого истории. Во-первых, Украина никогда не заканчивала свою историю с Международным валютным фондом, доводя ее до логического конца. Примером может быть прежняя программа. А потом мы должны ответить на себя на вопрос. Мы действительно реалисты, которые верят в то, что до мая правительство пойдет на увеличение еще раз тарифов. Представьте себе, что для этого резолюция должна быть подписана, там, скажем, где-нибудь это в апреле. То есть между первым и вторым турами президентских выборов вдруг появится вот такое популярное решение для выборцев. А потом у нас осени выборы уже парламентские. Правда. В мае должна быть заполнена такая матрица, которая идет в приложениях к меморандуму с Международным валютным фондом о не просто передачи дел в антикоррупционный суд, а о том, кто точно посажен, какие дела уже были разобраны и кто посажен. И это речь не идет о мелком региональном уровне. Речь идет министр, замминистр, вице-премьеры. Мы верим в то, что это произойдет. Если да, тогда да, тогда будет второй... А у нас же реально сидят там кілька чиновники дуже середньої ланки, максимум областного якогось рівня. Насколько я понимаю, в прошлом году по всем антикоррупционным делам смогли забрать в государство, в доход государства около 10 тисяч доларів. Ну, тобто перед виборами навряд чи Я, откровенно говоря, не очень верю. Тогда, конечно, возникает вопрос с точки зрения финансовой стабильности. Как выдержать финансовую стабильность, если у тебя нет МВФа? И вот тогда это серьезные вопросы. У нас реально про то, как выживать, думает народ, а политики частіше думают про то, как перемагать на выборах. Дякую вам за эти ответы. Президент Гарвардского клуба Украины Олег Устенко отвечал на мои вопросы.